Здравствуйте, друзья! В этом видео я хотел бы поговорить о пенопласте и его плотности. Плотность – это основная характеристика пенопласта, которая определяет качество пенопласта. Чем выше плотность пенопласта, тем он устойчивее к механическим повреждениям и тем больше он будет служить как утеплитель. В основном застройщики используют его для утепления каменных домов, и, соответственно, чем выше плотность пенопласта, тем он дороже стоит. Чтобы определить плотность пенопласта, мне понадобятся веса. Вот у меня есть такие веса. И сейчас я определю плотность вот этого листа пенопласта. В магазине я вот купил этот лист. Здесь указано, что это пенопласт 25 марки, размер 1000 на 500 на 20, толщина листа 20 мм. Итак, включаю веса и устанавливаю лист. Ну вот, 95 грамм вес этого листа. Плотность пенопласта измеряется в килограммах на метр кубический. Нам известно вес листа, это 95 грамм. В килограммах это будет 0,095. И размеры листа. Умножим ширину, длину и толщину листа и получим 0,01 метра кубических. Разделим килограммы на метры кубические и получим 9,5 килограмм на метр кубический плотность данного пенопласта. Согласно ГОСТу, вот этот ГОСТ, пенопласт плотностью до 15 метров кубических это 15 марка. Всего здесь есть 4 марки: 15, 25, 35 и 50. То есть реально этот лист пенопласта это 15 марка. Вот так экономят производители на материале. Визуально можно определить плотность пенопласта по вот этим шарикам. Здесь видно, что они очень крупные, и между ними есть небольшие щели. Это говорит о низкой плотности пенопласта. Также можно этот лист посмотреть, вот, например, на свет. Видно, он весь светится. Это тоже говорит о плохой плотности, о низкой плотности и низком качестве самого пенопласта. Для утепления дома идеально подходит пенопласт плотностью 25 килограмм на метр кубический. То есть это марка 25. И, собственно, пенопласт должен быть плотностью не менее 20 кг на метр кубический. Всем спасибо за внимание. До новых видео. Подписывайтесь на мой канал.